Эш! Эш! Какого хрена? Черт, нет! Эшли! Эшли! Есть там кто? Эшли? Черт. Эшли!
Эшли! Вот зараза! Крис! Эш, я здесь! Где ты? Я не знаю! Все нормально? Что там случилось? Крис, помоги мне! Я иду, Эш, ты все... Крис, ты здесь? Привет! И спасибо, что присоединились ко мне. Сегодня мы проведем испытание воли. Эксперимент. Что тут происходит? Для этого эксперимента нам понадобятся эти двое подопытных. Джошуа и Эшли. Твою мать! Но есть еще один отважный участник, который решит, кому из них жить, а кому умереть. Господи, Крис! Вытащи нас отсюда! Пожалуйста! Выпусти меня отсюда, маньяк! Прошу вас, успокойтесь. Все очень просто. Кристофер. Прямо перед собой ты увидишь рычаг. Ты лишь должен выбрать, кого ты спасешь. Нет, пожалуйста, этого не может черт, быть. Черт, нет! Боже, я не верю! Так, ладно, все будет нормально. Дружище, братан, погоди, Боже, остановись, мой, подумай. Крис, я не хочу умирать! Погодите, я что-то не соображу. Чего? Эшли, ничего, не бойся, спасибо. Я тебя спасу! Спасибо. Не надо. Это же бред, идиотизм, не может такого быть. Крис, скажи мне, что это не правда. Ясно. Нет, Крис, ты решил спасти Эшли. О, нет. Нет! Я думал, мы друзья! Я-то думал, мы друзья! Прости! Как ты можешь? Остановись! Так нельзя! Нет! Нет! Остановись! Хватит! Так нельзя! Нет, не смотри, Эшли, не смотри! Что произошло? Крис, прошу, скажи мне, что он живой, Крис! Я сейчас, Эш, я сейчас тебя освобожу. Тише. Так, давай развяжем тебя. Надо уходить отсюда. Нет. Мы уходим, слышишь? Крис? Эшли! Кровь? Эш, чья это кровь? Ты ранена? Крис, что случилось? Джош! Что, Джош? Эй! Он погиб! Стоп, прямо что? У нас на глазах! Ты там, что несешь-то? Там маньяк! Маньяк? О боже, надо убираться отсюда! Не понимаю, что там случилось? Маньяк как? С пилой! Либо Джош, либо Эш! Я не знаю, что делать! Господи! Его распилило! Все кишки наружу! Что? О боже, Крис, ты что? Я убил его! Стой, я Крис! Я убил Господи. Его! Это я виноват! Нет, бред какой-то! Надо позвать на помощь! Прямо пополам! Давайте успокоимся, ладно? Надо звать на помощь, быстро! Не знаю! Крис, она права! Кто знает, кто будет следующим? Надо уходить. Вот именно. Это самое разумное. Приведем помощь. Ты спасаешь свою шкуру. Я не хочу принимать скоропалительных решений, которые приведут всех к гибели. Ты собери всех, а я пойду за помощью. С Мэттом, да? Ну да. Снова привет. Обстановка накаляется, правда? Все идет так, как тебе бы хотелось. Ясно.
Ты считаешь, эти ребята заслужили такую участь? А это твоя игра. Ты же понимаешь, тебе потом будет плохо. Будет плохо всем. Потому как ты играешь, не сказать, что ты преданный друг. Собираешься таким образом развлекаться. Ты хоть веришь, что я тут есть? А, ну конечно, вот в чем загвоздка. Ты сможешь отличить реальность от вымысла? Сомневаюсь. Это может быть все, что угодно, но ничего хорошего. Эй, прекрати. А вот наш пропуск в мир духов. На сегодня хватит с меня кошмаров. Предсказываю себе горячую ванну прямо сейчас. Развлекайтесь. Стив, ты можешь! Остановитесь! Джессика! Господи! Господь! Черт! У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрываться там. Плохо дело. Совсем плохо.